найти тангенс альфа, если синус альфа равен минус 5 на корень из 26, и альфа принадлежит третьей четверти от π до 3, π на 2. Итак, мы знаем синус альфа, мы можем найти косинус альфа, поскольку синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа равно единице. Отсюда мы получаем, что косинус квадрат альфа равно 1 минус синус квадрат альфа, то есть 1 минус 25 26 равно 1 26. Поскольку альфа принадлежит третьей четверти, косинус альфа меньше нуля. Следовательно, мы получаем, что косинус альфа равно минус 1 делить на корень из 26. Ну а тангенс альфа равен синусу, деленному на косинус, и то, и другое отрицательно в третьей четверти, тангенс положителен. Значит, тангенс альфа равен минус 5 на корень из 26 делить на минус 1 делить на корень из 26. Получаем минус 5, все корни здесь. Извините, получаем просто 5, делим отрицательное на отрицательное, все корни сокращаются, ответ 5.